Вести бизнес, не отвлекаясь на дополнительные нерациональные разъезды, бесспорно мечта многих предпринимателей. Для этого сегодня многие процедуры взаимодействия с государственными органами переведены в режим онлайн. Не исключение в этом списке и работа с налоговой службой в части сверки отчетной документации. Например, для того, чтобы подать декларацию, можно прийти в инспекцию лично, можно отправить корреспонденции, либо через уполномоченного представителя, а можно прямо с рабочего компьютера, используя систему электронного декларирования. Наиболее привлекательной в настоящее время является электронное взаимодействие с налоговыми органами, так как электронные сервисы предоставляют широкий и удобный функционал для исполнения налоговых обязательств, таких как заполнение и подача налоговых деклараций, заявлений на совершение административных процедур, получение оперативной информации для самостоятельной сверки начисленных и уплаченных платежей в бюджет, получение сообщений из налоговых органов. Все это и еще многое другое можно сделать, не посещая налоговую инспекцию. Согласитесь, что в последние несколько месяцев каждый из нас стал больше задумываться о гигиене труда. Контакты сведены до минимума, причем как с родственниками, так и по работе. И система электронного декларирования в этом случае станет отличным подспорьем. Личный кабинет плательщика находится в глобальной компьютерной сети интернет на сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. Вход в личный кабинет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется только по ключу электронной цифровой подписи. Вход в личный кабинет физических лиц может быть предоставлен также по логину и паролю. Если услуга актуальна, то подробности ее использования можно уточнить в налоговых органах по месту регистрации, а также на официальном сайте министерства.